Юрко, як ти думаєш, хлопець, котрий наступним вийде на нашу сцену, впорається з цим завданням? Чи достукається він до наших сердець? Я не просто думаю так, я в этом уверена. Следующий мой подопечный только что готовился к своему выходу на сцене и распевался. Так вот, пел он так, что все мы здесь слышали. То, что он умеет петь, мы все уже давно знаем. То, что умеет петь громко, ярко, интересно, глубоко. А сегодня он нам докажет то, что он умеет петь про любовь. Встречайте! Александр Кривошапка! Я почувствовал кайф, я кайфанул, я получил экстаз, и это самое главное. Зміг підкорити глядацькі серця. Олександр Кривошапко! Так, Олександр Кривошапко. Олександр Кривошапко! Це ж мой! Еще там 5 месяцев назад я бегал с друзьями в футбол, играл. Я обычный человек, и тут, бац, меня все узнают. Саша Кривошапка рулит. Саша, мы держим за тебя кулачки. Саша, желаю тебе удачи и первое место. Саша Кривошапка лучший! Приятно, очень приятно. Готов ли ты удивить нас сегодня? Я все для этого сделаю возможно. У Саши очень сложная песня. Она, я не скрою, сложная и вокально. Но она для него очень сложна эмоционально, потому что вот он чик-чирике в домике. Где я чувствую? Я хочу, чтобы ты шептал, чтобы ты хрипел, чтобы ты чувствовал. А то ты весь такой! Не надо мне это. Ну, сейчас я больше думаю о нотах. Вот. Спою, не спою. Да ну, не на эти ноты, если ты не прочувствуешь песню. Он понимает, что такое петь голосом. А что такое петь душой, он не знает. Когда он захочет, он поймет. Это, между прочим, не такая простая штука. Вроде задача легкая, но в то же время это очень тяжелая задача. Пожди-ка этой песни. Чи зможеш реалізувати Кривошапка свій потенціал в рамках передачі, яка триває 3 місяці, це загадка. Особливо для нього і Йолки. Ти любити вмієш? Вмію, мені так кажеться. Ми хочемо нежність. Осторожно, дуже ні. Я бачу потенціал цього чоловіка. Я докопаюсь, я достучусь, я докричусь. Він може дуже багато. Олександр Кривошапко. Вечная любовь, верны мы были
Время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец. Приют для всех уже прожитых у тех. Потом и все вернет блаженный летний зной и извечный лес. Шапку на сцені шоу «Х-фактор». Сашко, це одна із моїх улюблених пісень про кохання. Дякую тобі і Йолті за неї. Скажу чесно, що ти справді мене здивував. Я й не підозрювала, що ти ще й на роялі граєш. Панове судді, що ви скажете про виступ цього мрійника, романтика? Серега. Шарль Азнавур исполнял эту композицию в дуэте с Мирой Матье, а ты исполнил ее сегодня в дуэте с Роялем. И учитывая тот факт, что скоро на эту сцену выйдет Дима Билан, я все ждал, что из Рояля выскочит балерина. А в чем же интрига, Саша? У меня была идея тоже, что балерина вылезла, но не вылезла. Ему позвонили, просто балерина не потребна была. Позвонили из общества защиты прав балерин и предупредили, что этого не стоит делать в эфире нашего шоу. Браво! Дякую. Спасибо большое, Саша. Сергею, сподіваюся, вічне кохання припало вам до душі? Да, кохання. Ну так, получилось, не получилось. Мне, знаете, как-то трудно сейчас сразу оценить. Голосом меня не удивишь, Саш. Я слышал голоса и, как говорится, получше, всякие. Дело не в голосе. Постановка какая-то вот квадратная. Тебя посадили за рояль, как будто ты Элтон Джон. И вот ты за роялем, как деревянный человек, Буратино, вот так вот, знаешь. Вечная любовь, вся выбита до дна. А сам на этих словах как будто разрываешь шкуру убитого медведя на рояле. А как бы хотел это побачить, Сергей? Такое остервенение, вся выбита до дна, и ты рвешь рояль этот. Господи, к чему это? Зачем Сергей это? Сергей Васильевич, это эмоции. Я не понял. Потом вдруг рояль тебе резко надоел в конце, ты бросил там все, вскочил на авансцену, все допел куда-то. Что это такое? Как с кровати вскочил, будто тебя звонок срочно разбудил. Спасибо. Понимаешь? Мне постановка категорически непонятна. А и это все будильник? Довольно банально. С роялем неинтересно. Ну, а спел нормально. Спасибо. Дякую. Игорю, я сподіваюся, тобі сподобалось. Люблю соседова, но странную любовью. Олександр Сергійович Пушкін. Цю пісню в російському варіанті співає Антон Макарський. Неспроста, тому що Антон Макарський, як відомо, актор. Всі пісні більше акторської гри, ніж вокалу, з яким у Саші абсолютно немає питань. І от вийшло, на мій погляд. Ти був сьогодні ще й артистом. І я не розумію, що там не вистачало Сергію Соседову. И кроме того, что опять Сергей, меня склоняют. Сергей, что-то против Элтона Джона, мне кажется, он не очень далеко ушел от вашей категории. Еще ему не выстачало. Просто было стандартно, штампованный такой ход с роялем. Дайте я закинчу, секундочку. Я закинчу. Елочка, будь ласка. Я хочу закинчить. Тобто тобі сподобалось? А что ты за меня закинчуешь? Я могу сам закинчить. Мне сподобалось. Дякую. Елочка, мальчики, не ссорьтесь. Саш. Ты видел меня? Ты видел мои глаза?
Я считаю, что ты впервые справился с поставленной мной задачей. Ты меня смог расшевелить. Сегодня я поняла окончательно, что ты не безнадежен. Саш, спасибо тебе. Это действительно была песня про любовь. И ты ее спел. Сашко, мені чомусь здається, що ми ще багато чого про тебе просто не знаємо. Сподіваюся, що глядачі дадуть нам змогу ще побачити тебе на цій сцені і розкритися до кінця.